Всем привет, друзья! В сегодняшнем выпуске я бы хотел с вами обсудить один из полуфинальных матчей турнира в Indian Wells, в котором сойдутся Симона Халеп и Ига Швёнтек. Обе теннисистки имеют возможность выиграть уже не первый турнир в этом году, но давайте с вами посмотрим, как же они идут к этому самому финалу. Симона Халеп, если не считать первого матча с Екатериной Александровой, идет очень ровно и гладко по турниру. Ни Кори Гауф, ни Селена Кристи, ни Петр Мартич толком не смогли найти такой борьбы. И есть полное ощущение того, что румынку сейчас будет очень сложно остановить. Симона прекрасно отрабатывает в обороне, при этом она может и обострить, когда нужно, хотя силовой теннис это не про Симону Халеп. Но румынка умеет играть как агрессивно, так и затяжных розыгрышей, так и сбивать темп, ритм. У Швёнтек же прогулочный матч получился только с Мэдисон Кис. И мы там увидели совершенно какой-то невнятный теннис от Мэдисон. Ни подачи, ни приема, ни стабильности, ничего этого у Кис там не было. То есть Швёнтек даже не пришлось особо напрягаться, чтобы там зарабатывать активные мячи, как-то особо бегать сильно, стараться, то есть все на блюдечке преподносила сама Мэдисон. У самой же Швёнтек до этого было массу проблем. И с Карининой, и с Таусон, и с Кербер. Во всех трех матчах в первом сете Швёнтек допускала большое количество невынужденных ошибок. Где-то везло Швёнтек, где-то просто соперницы, толком не смогли сами ничего показать. С Халеп все будет совершенно иначе. Это будет уже четвертая встреча этих теннисисток друг против друга. До этого они играли на разных покрытиях. И хард, и грунт. Лично я бы сделал акцент лишь на хардовой встрече, которая случилась в прошлом году на турнире Australia Open, где Симон Халеп одержала победу в трех сетах, и было видно, что румынка очень хотела взять реванш за обидное поражение на Ролан-Гаррос до этого. И судя по тому, как девушки смотрятся на этом турнире, я бы явно не ставил Игу Швёнтек фавориткой этого матча, как делали эксперты. Я считаю, что у Халеп есть все шансы на то, чтобы выйти в финал, но мы с вами можем подстраховаться и взять фору или же индивидуальный тотал на румынскую теннисистку. Напишите, друзья, что вы думаете по поводу данного матча, также по поводу другого полуфинального противостояния на Indian Wells у девушек. Я же в свою очередь хочу пожелать вам удачи, здоровья, хорошего настроения. Жду от вас фидбэка в виде комментариев, лайков, подписки на канал и, в общем, и донатов также. Если кто-то хочет поддержать свой канал и меня лично, то есть ссылка на донаты в описании. Я всех отвечаю над видео и под видео. А пока я хочу всем сказать до скорой встречи и пока-пока!